Итак, дорогие мои пользователи, какую же обмотку лучше выбрать? Я, как уже поменявший, кто знает сколько велосипедов, кто знает сколько обмоток, я не буду редактировать, у нас все просто, сегодня вкладываем, все, устал я монтировать просто так. Итак, поумнел. Рокброс, красивая, бачите, такая обмотка шикарная, только тут уже затерлась, ей сколько, ровно год? Ровно год, может, один месяц. И она у меня уже все счесалась. За год я проехал где-то 1500 километров. Где-то так. И ее хватило на 1500 километров. Она начала облазить. Не рваться. То есть в плане клея тут очень хорошая клейкая основа. Посередине ленты. Все хорошее. Ну вот видите. Вот такая ерунда. То есть это не кожа, а какой-то, не знаю, заменитель или шоу, ну, она когда устала, она просто начала зверски рваться. Просто зверски. И она зверски порвалась. То есть, качество обмотки оставляет желать лучшего. Почему, вы спросите, ты опять взял Рокброс? Да потому что я не хочу 1000 гривен на обмотку тратить. Это стоит где-то, не помню, 300 гривен, 350. Где-то в таком плане. Тут клейкая основа. Кстати, она очень мягкая. Да, руки после нее не болят. Ширина обмотки 3 мм. Я мотаю. Я вам покажу. И у меня уже видео есть, обзор. Вот. А, ну, в принципе, что мне показывать. Вот, видите. То есть не чисто обмотку на руль, а затрагиваю половину первого слоя. И мотаю также на половину другого слоя. Вот так я мотаю. Тут просто я уже перематывал. А можно, ну и сразу вот так чисто мотать одним слоем. Но очень жестко получается. Даже взять то, что тут максимально 3 мм ширина. Вот этой обмотки. Но она уже прижалась, уже меньше со временем. То оно жестко. Поэтому половину мотаете. Слой на слой, в общем. Так что сейчас будем мотать новый слой. Но если вы планируете покупать велосипед надолго, то какую обмотку выбрать? Любую от 1000 гривен. Любую от 1000 гривен. Потому что те велики, которые мне приходят за границей, с Италии, с Испании, там шикарные кожаные обмотки. Они, наверное, стоят дороже, но я беру бэушные. Были у меня велосипеды 2018 года, и там шикарная обмотка. Просто шикарная. Видно, что пользованная, но много раз лучше этого барахла. Поэтому сейчас все это зачистим и сделаем.